Блины должна уметь делать каждая хозяйка. Их запекают на праздники, готовят по утрам и в обед, добавляя начинку. Так что рецепт нужен универсальный, который может быть и сладким, и сытным, как этот. Я люблю пышные изделия, в которых можно отрегулировать количество сахара. А если хочется наесться, то я делаю дополнение из сметанного соуса, например. Советую вам узнать о том, как приготовить блины с дрожжами на воде. В составе будет кефир, который даст необходимую плотность. В дрожжах разведите дрожжи. Потом добавьте 0,5 стакана муки, 1 столовая ложка сахара. Все перемешайте. Оставьте опару на 20 минут. Затем в опару добавьте масло, оставшийся сахар, соль, кефир и яйца. Перемешайте ингредиенты до единой консистенции. Далее просите муку частями. Замешайте тесто. Оставьте его еще на 30 минут подниматься. После этого вливайте тесто в разогретую сковороду. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Смажьте готовые блины растопленным сливочным маслом. Приятного чаепития!